С 23 по 26 декабря в актовом зале Института педагогики и психологии проходят новогодние елки для детей, преподавателей и сотрудников КФУ. Волшебную атмосферу для детей помогают создавать студенты Института филологии и искусства, а также Института педагогики и психологии. 8 раз, дважды в день собираются дети наших коллег, которые веселятся, которые готовятся к встрече Нового года, и это очень приятно. Детей поздравляли самые любимые сказочные герои. Песни, танцы, хороводы вокруг елки и, конечно же, ожидание чуда – вот что создавало новогоднее настроение для маленьких зрителей. Дети тоже не отставали и перевоплотили в своих любимых сказочных героев. Кто только не пришел на новогоднюю елку. И феи, и лисички, и серые волки, и даже черепашка-ниндзя. Меня зовут Глеб, и мне очень понравился Новый год, и Дед Мороз, и Снегурочка, и подарки очень понравились. Я рассказывал стихи про воробья и танцевал, особенно играл. Но самыми ожидаемыми героями для детишек, конечно же, стали Снегурочка и Дед Мороз с праздничными подарками. Детишки заранее подготовились к встрече со сказочными персонажами, даже выучили стихотворение. Новогодняя елка в КФУ не заканчивается еще 2 дня, она будет дарить праздник взрослым и детям. Луиза Агдеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.